Больше 100 семей получили результаты оценки пострадавшей от паводков недвижимости в Жилойском районе. Об этом сообщили в ДЧС Атравской области. Мобильные группы среди жителей провели разъяснительную работу по ее итогам. Так, по истечении 2 дней тех, кто согласен с решением комиссии, могут обратиться в акиматы района и получить помощь от государства. Возмещать ущерб будут по двум направлениям. В случае, если дома подлежат ремонту, выплата средств на его проведение, а также компенсации за пострадавшее имущество. А если признают жилье аварийное, им построят новые дома за счет государства. Второй вариант приобретения жилья владельцам в городе Кульсары или любом населенном пункте на территории Атравской области, а также выплата компенсации за пострадавшее имущество. Отмечу, в Жилойском районе почти все подтопленные дома очистили от воды. Всего поступило около 3000 заявок. Работы по оценке продолжаются. В своем доме я прожила всего 8 месяцев. У меня был новый дом со свежим ремонтом. Я довольна итогами работы комиссии. Специалисты оценили ущерб справедливо. Теперь ждем возмещения и компенсацию.